Всем привет, дорогие друзья! С вами студия БАЗ-93. Вы смотрите вторую серию проекта Купеха. В этой серии мы будем заниматься виброизоляцией. Я думаю, мы успеем ее закончить. Отгоним машину на переделку пневмы пацанам, пневмачам. Узнаете, где в Краснодаре можно нормально починить пневму, дропы поставить, короче, все эти пневмачевские дела сделать. Ну и что? Давайте посмотрим, что у нас по салону. Мы разобрали салон и увидели небольшой такой ужас. Провода, проводка, все эти скрутки, там провода на пневму, но это просто пиздец, одним словом. Жесть полная. Давайте посмотрим, сейчас пройдем, посмотрим, что ж у нас происходит по салону. Вот, короче, какой пиздец здесь происходит. Это провода на пневму. Боль полная. Вот она, релюшка, короче, пиздец. С пневмой полная жопа. Погоним ее к пневмачам на переделку. Тут смотка к Гехе. Тут тоже какая-то смотка. Это были провода на музыку. Тоже хрен пойми, короче. В общем, салон разобранный. Убрали старую вибру. Вот можно видеть в этих щелочках. Старую вибру срезали, убрали. Сейчас будем чистить полы, вытирать, вымывать. И вибрить. Вибруха и комфортмат. Вот еще интересный момент. Короче, стеклоподъемники были. Что-то их обрезали, пустили в пневму. Но у нас все будет здесь по заводу. Как положено. В общем, вот так вот. Так, в принципе, в целом кузов нормальный, целенький такой. Валить будет. Пневму мы поедем переделаем. Я думаю, в этой же серии вы увидите, как мы ее отгоним на переделку пневмы к пневмачам, к нашим краснодарским. Вы знаете, где можно в Краснодаре нормально починить пневму. Ну и все в этом роде. Ну а сейчас начинаем катать. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Продолжаем мы в двоечка тут катать купеху. Шел, блядь, второй день. Вибра была, блядь, очень лютой. Закатать ее не так уж и просто. Вибра вообще наипиздически лютая. Вот она, бля, в разрез. 6 миллиметров, да, Мишаня? Да, 6. Просто неебическая, блядь. Жесткость, нахуй, ебать. Кому-нибудь приебать и убить можно. Извиняюсь за мат. Ну, короче, мы тут сделали импровизированный тест вибрухи. Для понимания, чем мы катаем. Накидали между чемоданов всякой фигни. Главное, беркута 24-го. Закинули. В общем, блядь, вибра лютая. Дело потихоньку идет. Осталось совсем чуть-чуть. Сегодня, наверное, уже закончим катать. Завтра погоним машину. Ну, ебаный в рот. Развалился тест наш, блядь. Все, пизда. Чтобы было до наглядности, скажи, что-то подставили вообще. Это боже, подстава. Там уже угол, блядь, да, проебался. Да. Ну тоже, как вариант, блядь. Ну, блядь, ну ебаный. Короче, вибра лютая один хуй. Вибра лютая, да. Все, ну сейчас опять именуется. Так. В общем, сегодня докатываем. И отдаем машину на переделку пневмы. Всех этих соплей. Проводку выдернули пока. В общем, работаем дальше. В общем, доделали мы виброизоляцию, укатали, закинули же нашу пневму. Пневмобаллон, короче, тут с Денчиком собрали все на соплях. Ну, как было, только чуть получше немного стало. В принципе, обещали мы, что поедем к пневмачам в этой серии, но не получается. Потому что у пацанов там очередь, тоже работы куча.
Поэтому мы начали вот здесь варить каркасик под уси, под короб, под все дела. Много всяких новшеств сделали здесь, в принципе. Немножко у нас поменялась конфигурация. Мы думали три аккумулятора где-то размещать спереди, но пацаны вот не в мочи заезжали. Как бы обговорили то, что один аккумулятор можно засунуть в нишу. Дальше мы покажем там, как они сделают, что как у нас разместилось. В общем, вибра сделана полная, вибра лютая, очень жесткая, поэтому катали мы ее долго. Здесь, в принципе, так. Вот запаяли мы пультик для пневмы. Вот такой. Сейчас подключили. Вот такой у нас, короче, пульт будет. О, живая. Вот. Подъем, опуск, короче, все дела. Вот такой у нас будет стоять пульт. Это он уже, блядь, грязный, пиздец. Надо будет протереть. Ну, в общем, вот такие вот дела. У нас, короче, купеха превращается в люксовый автомобиль практически. Какой там у Мерседеса, Денчик, S-класс, да? Ну, может, конечно, не S-класс, но что-то в этом роде. Сделали открывание дверей, установили тяги, короче. Вот они. Закреплены эти активаторы дверные, два штучки. Работают вместе, они очень здраво. Так же самое перенесли сюда, вернули на родину, так сказать. Открывание зеркал. Нет, ну, открывание, то есть этих окон. Заговорился. Открывание окон вернули на родину. Вот у нас здесь. Это правый активатор. Здесь же будет. Чтобы все потом, кто будет слушать, не спрашивали, где у вас дверь открывается. Видосы надо смотреть. И... О, Валера, ты чё? Чё-то заело. Не хочет открываться. Либо же тут контакта нету. Эй, открывайся. Денчик, ударь по двери. Вот что это за беда? Да не, а? Да это ни тяга ни при чем. Я хуй знает, какого хрена она заедает. После того, как мы дверь завибрили, она стала заедать, блядь. Жестко стало. Ну ладно, это разберемся, надо это, блядь, починить, а то потом не вариант. И, короче, вот такая вот у нас херня теперь есть на купехе, нихуя себе. Регулировка зеркал. Также у нас на консоли, на этой, на купешной предусмотрен блок на евро этой панели. Вот такой. Теперь можно будет регулировать зеркала с салона. Вот такая прикольная штуковина. В принципе. Будет очень удобно, короче. Пододелывали мы очень много. Вот не то. Ну, в принципе, все. Смотрите наши обзоры, подписывайтесь на наш канал. В следующей серии мы вам покажем уже готовую пневму с манометрами. Что, как получилось, как пацаны собрали. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.